Так, время утра. На утро вот, на завтрак. Вчерашний пирог. Блядь, сука, разваливается. Остатки. Ну, остатки всегда сладкие. И вот такой вот салатик. Зимний. Все его еще знают как оливье. Но мне это слово не нравится. Я называю его зимним. Все стандартно. Стандарт. Блять, не могу выговорить это слово, ебаное. Что тут? Картошка. Яйцо, колбаса. Зеленого лучка добавил, мазика. Но без льняного масла. Льняное масло здесь неуместно. Такой вкусный зимний салатик. А в прикусочку такой пирог с картошкой и грибами. Вот так вот. Обалденно. Плотный завтрак. Так вот. Перемешаем. Еще больше. Продолжаем свою утреннюю трапезу. Сегодня предстоит очень важное дело. Надо будет сходить получить расчет. Место, где я работал. Сейчас похаваем, подкрепимся. Пойдем за деньгами. Давно я не ел зимний салат. Наверное, с того еще Нового года. Вкусно, сытно, но, к сожалению, не полезно. И это факт. Ну, что поделать. Такова жизнь, которая полна всяких удовольствий.